Я всех приветствую, добро пожаловать. Сегодня я покажу, как транслировать музыку с телефона на ПК. Для этого вам нужно установить на компьютере программу, которая называется «Самые топовые онлайн-игры» только по ссылкам в описании, а при регистрации нового аккаунта тебя ждет еще и приятный бонус в игре. Еще раз, все ссылки есть в описании. Bluetooth Audio Receiver. Вот эту программу нужно будет скачать. Также компьютер должен быть оснащен Bluetooth. В моем случае это маленькая Bluetooth флешечка, которая стоит на AliExpress сущие копейки. Ну и на телефоне, соответственно, тоже должен быть Bluetooth. Скачать ее нужно с Microsoft Store. Нужно скачать. Так и вводим. Bluetooth Audio Receiver. Он находится, и мы его качаем. Все, проблем никаких. Далее, что нам нужно сделать? Далее нам нужно зайти в эту программу. У меня уже есть здесь, соответственно, мой смартфон. Мы включаем, соответственно, Bluetooth и подключаемся к компьютеру. Выбираем здесь Meizu. Подключаемся. И нажимаем Open Connection. Все, после этого музыка будет... После этого музыка будет транслироваться. Сейчас я проверю. Сейчас она должна воспроизводиться на компьютере. Если я все правильно сделал. Да, музыка воспроизводится на компьютере. Все. Все просто. Вот таким образом можно транслировать музыку с телефона, либо с планшета, с любого устройства. На компьютер. Например, во время стрима, когда ты играешь, хочешь включить музыку на телефоне, допустим, это намного удобнее, чем где-то во вкладках, да, шариться. Включаешь и не паришься. Если здесь впервые, подписывайся на канал, ставь лайк, комментируй и увидимся.